Эти девушки защищают докторские, изобретают, достигают новых высот в карьере, воспитывают детей и эффектно выглядят. Они стали участницами республиканского конкурса «Женский облик в науке». Сегодня в Национальной библиотеке подвели его итоги. Поздравили всех и пообщались с одной из них, мои коллеги. Быть успешной бизнес-леди, преподавателем в нескольких учебных заведениях, хранительницей семейного очага и отличной матерью удается немногим. Но Ольга Ергунова совмещает в себе все эти роли. Хочется тоже упрочить какие-то позиции в своем бизнесе, достигнуть каких-то позиций по карьере, развиваться самой как личности, прогрессировать как молодой ученый, разрабатывать новые проекты, потому что человек это все-таки настолько многогранная личность, что хочется в этой жизни, которая дается один раз, совместить все возможное. 10 лет назад она основала свою компанию по покупке и ремонту жилья. Сейчас она руководит своей фирмой и делится ценным опытом со студентами. Неудивительно, что именно ей досталось звание «Бизнес-леди в науке». Это одна из 10 номинаций 2-го республиканского конкурса «Женский облик в науке». Победительниц наградили в преддверии Международного женского дня. Конкурс направлен на выявление талантливой научной молодежи среди молодых девушек в возрасте до 35 лет. Впервые конкурс стартовал в прошлом году. В этом году у нас изменились немножко номинации, точнее сказать, не изменились, а добавились. И в прошлом году их было 7, в этом году их стало 10. Мы разграничили главную номинацию «Гран-при «Женский облик науки» по направлениям гуманитарно-техническое и естественное, и ввели дополнительные номинации «Бизнес-леди в науке» и «Общественное признание». В этом году география участниц заметно расширилась. На победу в 10 номинациях претендовали не только жительницы Чебоксар и Новочебоксарска, но и Цивильска, Канаша и Вурнар. Эксперты рассмотрели и оценили более 50 заявок. Девушки личным примером разрушили стереотип о том, что ученые – это серые мышки. Они изучают, изобретают, создают и сияют весенней красотой. Ну а тем, кто не успел поучаствовать в конкурсе в этот раз, есть еще целый год для подготовки. Ксения Кравчук, Николай Яковлев, Республика.